Я тороплюсь жить, Вить. Земную жизнь, дойдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. Да не придумывай, да не может он мне изменять. Ну ты понимаешь, не может мне Олег изменять, он мой, понимаешь? Поедет крыша от такой жизни. Миллионы людей так живут. А я не хочу быть миллион первой. Не хочу и все. Я потратила на тебя 24 года своей жизни. Я 24 года своей жизни делала из тебя человека. Да у тебя одна проблема, ты Олега потеряла. Ори, не ори. А что делать, думай сама. Это ты же у нас сильный женщина. Но ведь я живу чужой жизнью, Таня. А как же моя? Она ведь одна, единственная. Вообще, папа, тебе 40 лет. Тебе решать, как поступать. Да. Я ничего не хочу о ней знать, о той жизни. Я за тобой. Тебе нужно сохранить семью. В мыслях, безумцах. Ну разве виноват, что я встретил ее? Утром. Только 40 лет, а? Вместе. Останешься сегодня. Чтоб хлопья снов в окна без штор. И чтоб любовь не могу. Прервала разговор. Она меня живьем зажьет. Но ведь вы воровка. Мой случайный. Что? Близкий человек, как-то любя, чьи-то губы утром тебя разбудят. Я не с тобой. Ты уверен, что стоит ломать людям жизнь? Невольно. Если они любят друг друга. Я не с тобой. Я не с тобой. Там герой был главный. Вот, как я. Все метался между двух огней. И любимую женщину никак не мог бросить. И от жены все не уходило. И все трое страдали.